Привет всем. Да, приветствую, приветствую. Расскажите нам, пожалуйста, какие у вас вообще интересы на финансовых рынках? Вот чего вы хотите, чем хотите покупать наиболее, так сказать, эффективно? Это Форекс, это срочный рынок, акции? Ну, скорее всего, более эффективно, я считаю, ну, так, по нефти, то как-то более тут прогнозируемо можно. Ну, во всяком случае, новичкам, вот. А так, ну, по валютным там тоже смотреть надо, разруливать. Вот, поэтому так вот. Чем вас нефть так, интересует? Это сообщение пришло. Чем вас нефть интересует, скажем так, особенно? Тем, что, ну, как бы вы знаете ее, изучаете? Ну, вот, вот не, она в какое-то время, конечно, может стоять там. Ну, вот иногда такие хорошие движения бывают, что-то там как-то поймать, ну и золото тоже, ну вот. Ну а валютная пара, я еще плохо там выбираю, что куда ходит, ну так иногда просто чисто по скользящим средним и точкам сопротивления и так далее, ой, линиям сопротивления, вот. Ну вот и все. Я понял вас, ясненько. У кого вообще учились торговать? Где-то курсы проходили какие-то или по интернету видео посмотрели? Как учились? Ну, по интернету в основном, да. Вот ролики там, все там ищешь, более удачные. Ну, конечно, голова уже пухнет, но бывает, что удачные дела. Ну, как-то дорогое обычно обучение, я как бы особо, такие финансы у меня еще маленькие, но понятно. $1600 за обучение отдать, и вообще неизвестно там, что ну, я учиться. А чьи ролики смотрели, Лариса? Кто вам понравился из тех, кого? Вот я сейчас, кстати, вот такая компания, сейчас я расскажу, форум tradelikepro.ru, очень там хорошие стратегии, видео там, все там в бесплатном доступе, и как бы неплохо, ребята, там сайт такой приятный. Я понял, ясненько, ясненько. Так, Лариса, сейчас... Извини. Сейчас, ага, вот сейчас вы вернулись, ага. Угу. Из Винницы мы тоже как бы по скайпу с ним соединяемся, делимся торговыми там идеями, но прям вот на днях. Вот он мне этот сайт, я вот зашла, я на него пару дней изучаю, вот как бы хорошие там и стратегии есть, в общем, много чего. То есть я даже не думала, что... Потому что так просто искать трудно, в принципе. Доступе, ну, что-то такое стоящее, какие-то отрывки, все. Я поэтому. Я понял. Лариса, как узнали про Utrade TV, откуда услышали? Так, откуда узнали? Ну, по-моему, какая-то где-то зацепилась рекламка у меня. Я просто, что в прямом эфире трейдеры, и, ну, мне как бы понравилась эта тема, поэтому даже теперь не скучно там сидишь, когда торгуешь, и вроде бы это как будто не один, потому что так мало людей вокруг, которые, с которыми можно на эту тему поговорить. Это правда, это правда. То есть мы для вас сейчас фоновое телевидение, вы включаете, слушаете, что происходит, и как бы, ну, если что-то интересное, включаете погромче, так скажем, да? Ну да, вот я сегодня, да, постаралась подключиться, ну, там, что-то можно будет спросить, потому что иногда вопросы возникают, поэтому хотелось поближе уже быть. Ну, отлично, отлично. Мы очень рады, естественно, поэтому отлично. Пожалуйста, участвуйте в наших эфирах, выступайте, и вашу аналитику с удовольствием посмотрим и послушаем. Ой, у меня еще очень слабый аналитик. Вот. Ну, так хорошо. Как ваша семья относится к вашему увлечению? Ну, в общем-то, положительно. Мы живем с дочерью, вот, к сожалению. Вот муж у меня умер год назад, и вот как-то так. Вот. Ну, и теперь вот
что, она положительно относится, только говорит, слишком ты много сидишь за компьютером. Да, надо менять расписание. Вот это. Потому что это не дело, когда все время в компьютер смотришь. Ну, я вам хочу сказать, что с опытом уже придет уверенность, и уже не будет такой необходимости сидеть перед компьютером. Это вот на самом деле так, поэтому пока, конечно, все эти пути пройти, весь этот опыт набраться. Вот. Но опять же, это зимой можно сидеть в Геленджике у компьютера, а летом же вообще невозможно сидеть в Геленджике у компьютера. Ну почему с этим, с кондиционером можно тоже сидеть? Нет, я о том, да. Что хочется на море побежать и купаться. Да, на море купаться, ну, с утра только, если посидеть во время, там, перед сессиями, что-то там пооткрывать, и потом уйти, закрыть, и потом прийти посмотреть, там, что открылось, что закрылось, что в плюс, что в минус. Понятно. Ну, вот, может, до зимы я это... Ой, до лета обучусь так, чтобы торговать, а то у меня уже много... Уже двое внуков есть, поэтому как бы летом приезжают гости из Волгограда, поэтому хочется им внимание уделять. Ну, это, конечно, обязательно. Это обязательно. Ясненько. Лариса, спасибо огромное. Было очень приятно познакомиться. Удачи вам на рынке. Да, и вам тоже удачи. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.